Всем привет, ZBrush 2019, и давайте рассмотрим, как сделать тело именно для медведя. Можно его, конечно, делать со сфер, как по прошлым роликам, там с разных деталей, использовать разные тулы, вот здесь они находятся. Это, опять же, смотрите ролики, ссылки кину под видео. Но есть вот способ попроще. Открываем Linkbox, Project. И находим, вот здесь у нас находятся модели, именно манекены. Вот здесь вот манекены находятся, а здесь находятся Z-сферы именно тоже. Ну, типа манекены, ну тут более как животные, вот скорпион, там еще кто-то. И вот можно открыть вот эту вот дырку. Вы видите, что по комплекции она уже подходит для медведя или для качка какого-нибудь. Можно подставить голову, пролепить мышцы, и в принципе уже вот вам готова симметричная модель. Ну тут с руками, кому руки нужны, не с двумя пальцами, тут можно подправить будет. И вот тут такая загвоздка, что вы видите, что Make Poly Mesh отключен. Вы когда поменяете, допустим, вот включена ротация, когда вы меняете позу модели, ну, допустим, вот что-то в таком духе. Вот вы поменяли позу, и она вам, допустим, подходит. Что можно сделать? Нажать вот эту клавишу GOS и отправить эту модель в Sculptris. И вот модель уже оказывается в Sculptris Alpha 6. Теперь, что вы можете здесь ее подкорректировать, если вам это надо. Если не надо, то жмете экспорт и сохраняете ее именно в формате Obs. Пишите, допустим, какое-нибудь название, сохраняете. Вот эти болванки все, именно если вы делаете, то можно их сохранять в отдельной папке, чтобы потом ими пользоваться, уже не заморачиваясь. С разными позами или стандартная поза потом поменять уже можно в ZBrush. Так что все это вы открываете. Вот. И теперь можно что сделать? Импорт. Нажимаете импорт и вот находите, где у вас сохранена эта моделька. Болванка. Вот. И ждете. Вот она загрузила. Вот такая у вас уже заготовка. Остается подставить сюда голову медведя и уже делать позу. Если вам что-то... Так, я сейчас глину свою поставлю. Если не нужны вам руки, вы можете их просто Ctrl-Shift и Trimrec по прошлым роликам просто отсобачить. Вот так. Также можете поступить с ногами и также можете поступить с головой. Вот так вот. Следом, что можно сделать? Включить Morph Topology. Включить, допустим, симметрию. И уже с симметрией где-то как-то что-то здесь вот так вот корректировать, подгонять. Допустим, живот можно добавить. Вот так вот. Потом его... доделать, подкорректировать вот таким вот образом. Также можно добавить какие-то детали и можно также работать, используя кисти. Можно вот здесь вот на двоечку поставить. Shift, левая кнопка мыши выравнивает. И также поработать уже именно мышцы. Какие-то детали. Допустим, где-то задницу проработать медведя. Вот так вот мышцы. Где-то здесь мышцы проработать. Добавить боковых вот этих складок именно, которые идут. И вот так все это дело уже дорабатывать. Здесь можно доработать грудь, поднакидать. Она у медведя именно вот такая треугольником идет. Потом здесь можно включить зап. ЗАП и где-то поработать какие-то детали, углубить, допустим, подмышками, вот так вот где-то поприбрать что-то,
Вот получается у вас неплохая заготовка. Если вам нужны какие-то руки, то это уже вы опять же по прошлому видео. Здесь есть кисти МММ. Вы их открываете, и вот у вас тут есть и ноги, и какие-то тела. Можно использовать их. Вот есть руки, ноги. Так, что еще тут есть? Ну вот, допустим, кисти рук. Нажимаете, и вот вы их уже вытягиваете. Вот они у вас уже руки. Здесь как-то повернуть можно. Вот уже готовая, считай, модель. Ну все, теперь просмотр на ускоренной, как я это все делал. Просто объяснять смысла нет, это повторение идет уже прошлых роликов. Ну вот хотелось бы вот именно фишку вот с этим телом объяснить. Thank you.
Так, а вот это уже раскрашенная модель. Еще ей нужно здесь проработать шерсть, где-то какие-то детали доработать. Ну вот, в принципе, вот так это все выглядит. Как раскрашивать, опять же, смотрите ролики, кину их под видео. Вот такой вот персонаж. В следующем ролике, в следующем видео постараюсь объяснить, как сделать обезьяну, опять же, из этого мультфильма. И хочу так пару персонажей именно поставить и уже сделать скриншот. Все, всем пока, до свидания.